Сегодня, когда все волнения позади, это видео стало приятным воспоминанием. А ведь конкуренция на конкурсе была нешуточной. В 5 номинациях 49 семей. Претендентов на звание лучшей интеллектуальной семьи 11. В программе 3 испытания. Творческое выступление, визитка и портфолио. К его созданию Каркадиновы подошли, как всегда, с выдумкой. Получился алфавит достижений. Грамоты, вот, ну вот Н про Надю. Я про Яну. Я не про него. Вот. Ну, математика там. Успехи, вот самые там успехи, вот все эти грамоты. Своей номинацией Каркадиновы сразу стали явными лидерами. Одна из причин успеха в том, что участие в конкурсах – семейная традиция. Семья Каркадиновых большая и дружная. Это видно сразу. Как и то, что все они люди талантливые. Старшая Яна учится в 11 классе и показывает неплохие успехи в математике. Средняя Надюшка увлекается рисованием. Мама – бухгалтер. Глава семьи Виктор занимается строительством и декором дома вместе с подрастающим помощником Тимошкой. Дополняя дружную компанию, кот Ричард и собака Соня. Что мы с папой делали? Это. Пилили? Да. Скажи. Пилили. Не бери в рот. Пилили. Молодец. Рисовали, скажи еще. Рисовали еще. Еще делали. Чапи. Начиная готовиться к краевому конкурсу, Каркадиновы сразу настроились на победу. Уверенность подкрепляла и победа на городском этапе конкурса. Готовились долго и тщательно, и все получилось. У нас как бы очень трудно было, потому что не только оценивалось как бы выступление, но вот сама и все заслуги. Да, заслуги. За победу Каркадиновы получили почетный знак «Лучшая многодетная семья года» и денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Но, наверное, самым главным было радостное чувство и единение большой дружной семьи, которой все по плечу.